9 мая можно скромненько и отметить. Итак, у меня есть шуба без селедки, но с лососем и с красной икоркой. У меня есть курочка, запеченная с грибочками и сыром раклет. У меня есть картошечка с редиской. У меня есть пирог брауни с шоколадом Рафаэлло. Апельсинки. У меня есть сидр в сладком, у меня есть сок. Ну, в общем, как-то так. Скромненько, скромненько такой стол на 9 мая у безработной в Париже.